بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نش يوم نش أروك في ودنا ماذا نتكلم عن грехах сердца 285 вопрос что это такое тақабур высокомерие оно делится на два вида Первый высокомерие когда тому, кто говорит правду показывают пренебрежение им. например человек говорит правдиво о чем-то, но по каким-то причинам кто-то не хочет его воспринимать и не принимает от него так сказать его правдивые заключения или обвинения даже. И по причине, может быть, это того, что тот, кто предъявляет о чем-то, что он моложе по возрасту, поэтому его не воспринимает. Это высокомерие. А также, может быть, это по причине другой, например, что мало родственников или он человек беден. Если не воспринимает правду от людей, которые в каких-то мирских делах слабее, и именно из-за этого не воспринимает, пренебрегает, и даже не слушают, то это высокомерие. Второй вид высокомерия это когда с презрением с, с высока смотрят на других по причине того, что есть какое-то преимущество в мирском вопросе у человека. Например, у кого-то много родственников, а кто-то сирота. И вот кто, у кого много родственников сверху так, с высока, говорят русские. С пренебрежением, с, презрением или с издевательством смотрит на другого. Вот это уже большой грех. И по-разному проявляется это, и по другим причинам. Но человек должен понимать, что почетность имеет тот, кто богобоязнен. Это в Хуране сказано. «Инна акрамакум андаллахи адхакум» «Среди вас лучше те, кто богобоязнен». Только это дает человеку преимущество. А родственники, не родственники, цвет кожи или внешний вид или состояние здоровья. Это такое. Это другое. 286 вопрос. Расскажите о зависти. Зависть ⁇ это грех. Это наносит вред, если ты исходя из зависти что-то делаешь, какие-то действия предпринимаешь. Ну что такое зависть? Зависть – это нежелание того, чтобы у кого-то из мусульман оставались блага или возможности, или здоровье, или какие-то сильные качества, или способности. В общем, хочет, чтобы мусульманин лишился благ, которые им Аллах дал, и предпринимает что-то для этого. Либо в сердце решение делает, что он навредит ему, или словами говорить то, что он нанесет вред, или физически. Вот тогда это грех, который наносит вред другим. И еще больше, может быть, даже сглаз из-за этого. А вот если человек завидует, но ничего не предпринимает, он сам себя мучает. Зависть не улучшает внутреннее состояние. Мы сегодня рассказываем о грехах сердца. И нужно сердце беречь от этих грехов. Как говорит один мудрый человек, из сказанного другим мудрым, и, в общем, цепочка от Омара бин Хаттаб. Омар Хаттаб объяснял, что то, что вот по-русски смысл вот так можно выразить, путь к успеху, он облегчается, когда меньше грехов мы делаем. Но чем больше грехов мы делаем, тем сложнее. Поэтому наши грехи ⁇ это осложнение нашей жизни. И самое главное, что нужно спасать, это сердце. Что такое вражда? Это харам, если ты это делаешь по отношению к мусульману, то есть проявляешь враждебное отношение, враждебно относишься, как врага воспринимаешь мусульманина. Это грех, если ты что-то предпринимаешь, исходя вот из этого отношения. Но как их зависть, если так какие-то мысли появились в сердце, что-то такое произошло, но ничего не сделал, не навредил мусульманину, это так, это и не навредил, значит, мусульманин, не попал в этот грех. Ну а если на основании вот этого, этой вражды, вот этого враждебного отношения что-то сделал, который наносит вред мусульманину, то это грех. И еще грех это называется враждебное отношение абду 288 вопрос попрекание оказанной помощью милостью например милость не дал или помог человеку а потом попрекает перечисляет блага которые дал один другому но с целью чтобы нанести ему боль больно сделать его сердцу по-арабски буквально это сломать его, но в смысле по-русски получается нанести боль ему, его сердцу. С такой целью, если кто-то говорит о том, что не хотел бы мусульманин рассказывали в присутствии каких-то людей, и он тот, кто когда-то помог мусульманину, начинает, если говорить, да я тебе в тот день так-то помогал, здесь я тебе это дал, вот одел, обул, накормил, работу дал и так далее. Вот с такими выражениями, если о чем-то перечисляет человек для того, чтобы показать, в смысле унизить или нанести такой моральный вред, обиду, специально, то он попадает в грех и теряет все вознаграждение, которое было бы у него, если бы он не попрекал бы оказанной помощью. И, конечно же, за эти добрые дела, которые когда-то он сделал, он вознаграждение уже не получит, потому что он уже обидел того, кому помогал. Тут сказано, о верующие, не попрекайте, не обижайте тех, кого мы поддержали, помогли. Не попрекайте этой помощью и этой милости, которую вы дали. Не делайте им больно. 289 вопрос. Что это такое? Продолжение совершения малых грехов и такого состояния, что их накопилось по количеству больше, чем хороших когда это будет большой грех и вообще на эту тему. Ответ такой, что если человек совершает малые грехи, один, два, три, и забывает каяться, и в общем эти малые грехи получилось у него по количеству больше, чем хороших дел по количеству. Например, пять тысяч маленьких грехов совершил человек, и пять тысяч хороших дел по количеству, какие бы они ни были добрые дела. И потом он совершил еще один маленький грех. И вот когда стало пять тысяч один маленьких грехов по количеству, а дел хороших только пять тысяч, то больше стало малых грехов по количеству, чем хороших дел, и это все становится одним большим грехом. Это, конечно, должно испугать нас, насколько ужасное положение, когда человек попадает в большой грех. А считается это грехом сердца, потому что это все в сердце пятна откладывается, накопление идет. Это связано с сердцем тоже. 290 вопрос. Что значит плохо думать о Боге и о его рабах? Конечно, это грех. Но есть насчет плохого, плохо думать о Боге, там, в одном случае, как мы раньше привели пример, что когда человек думает, меня Аллах не простит, меня Аллах не простит, то это плохо думать попадает, из-за чего человек большой грех. Но когда он думает против сифатов, атрибутов Бога, это такое плохо думать, которое выводит человека из ислама. И если говорить о плохом, что плохо думает, человек рабах Аллаха, то это грех без основания подозревать кого-то в чем-то плохом, без доказательств. Вот смотреть на человека и думать о нем плохо, что он плохой это уже грех. Нет доказательств, нет обвинения. Много раз мы об этом говорили. Нет доказательств, не надо думать, придумывать. Плохое думать не надо. 291 вопрос. Чем является вот радость из-за греха? Конечно же, это харам, это запрещено, и это грех. Да, грех сердца. Если человек испытал радость от совершенного греха своего или от даже греха другого. Почему? Ну, например, пример, который здесь в книге нет, но чтобы вы поняли, Предположим, один человек играет в казино. Это харам, он знает. Но когда он выиграл сумму, он почему-то радуется. Это грех. Что он радуется, что у него получилось вот этот грех совершить. Или когда кто-то своровал что-то, то он в какой-то период радуется, что все обошлось, его не поймали. Но это харам. Это грех. Или радоваться, что у кого-то получилось все это тоже радоваться греху – это грех. Но радоваться неверию – это уже неверие. Ну, например, если кто-то радуется, что кто-то отступил от ислама, он сам не мусульманин. Если кто-то радуется, что кто-то какой-то грех совершил, или, допустим, в карты, когда играют люди на деньги, один выигрывает. Искал наркотики кто-то и нашел их, употребил. И радуется. Это все грех помимо того, что он тот грех совершает, здесь еще в сердце грех. И не один уже. Просим у Аллаха, чтобы он нам дал быть богобоязненными и сил для соблюдения повеления его. Да сохранит нас Аллах Всевышний от неверия. Просим у Аллаха простить нам наши грехи. На этом урок закончился. Ла иллаха илля محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته